Работники мэрии припарковались под запрещающими знаками. ГИБДД проводит по этому факту проверку. Накануне камеры зафиксировали, как чиновники приехали на выездное совещание мэра. Оно проходило на улице Дубровинского. И припарковались прямо на полосе, рядом со знаками «Остановка запрещена». Это нарушение административного кодекса наказывается штрафом в 1500 рублей. Сегодня в мэрии нас заверили, что штрафы будут оплачены водителями служебных автомобилей в полном объеме, как только придут соответствующие постановления от инспекции.